читальном зале колледжа искусств Тюменского института культуры с 4 октября открылась книжно-иллюстративная выставка «От свирели до синтезатора». Происхождение музыкальных инструментов теряется в глубине веков. Первыми инструментами были человеческий голос, разнообразные ударные музыкальные духовые инструменты. Но уже древние народы знали мелодию, гармонию, ритм. Древние китайцы собирали для услаждения императора настоящие оркестры. Такого же развития музыка достигла в Древнем Египте, Ассирии, Индонезии. Мир музыкальных инструментов огромен, и познакомиться с ним нам поможет энциклопедия «Музыкальные инструменты», которая содержит около 1500 статей о музыкальных инструментах. В иллюстрированной энциклопедии «Музыкальные инструменты мира» 4000 иллюстраций музыкальных инструментов разных народов. У каждого инструмента своя непростая история. Иллюстрированный альбом «Музыка» расскажет о рождении классических и народных инструментов и их устройстве. На выставке монография самых разных инструментов – арфа, труба, саксофон, балалайки, гитары. Так, история скрипки насчитывает более 400 лет. Рояль, который способен воспроизвести любое симфоническое произведение, создавался более 1000 лет. 20 век подарил искусству новые инструменты – электромузыкальные, электрогитары, без которой немыслима современная популярная музыка, синтезатор, электроорган, вибрафон. Достойное место занимают русские народные инструменты, которые, как оркестровые, сложились к концу XIX века. На выставке грампластинка «Антология русские народные инструменты» и книга Васильева «Рассказы о русских народных инструментах». Еще вы видите грампластинки со звучанием старинных инструментов и исполнения на синтезаторы. На выставке много изображений разных музыкальных инструментов.